Музыкант Сергей Шнуров, который принял участие в географическом диктанте, пытался списать работу у министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами. По словам лидера группировки «Ленинград», в последний раз он писал диктанты в школе, а с диктантом по географии и вовсе столкнулся впервые. По этой причине некоторые ответы, рассказал Шнуров, он решил подсмотреть у Шойгу. Увенчалась ли его попытка успеха, музыкант не уточнил. Он также не стал признаваться, говорил ли он в шутку или всерьез. Географический диктант проходит в России 5-й раз. За эти годы в нем поучаствовало около 1 000 000 человек. В 2019 году для желающих проверить свои географические знания открылись почти 6 000 площадок в России и 109 за рубежом. А что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе самых новых и самых сочных новостей. Всем удачи! Всем пока-пока!